И снова всем привет, зрители и подписчики моего канала. Я продолжаю прохождение третьего Fallout'а. И мы наконец-таки нашли своего папаню. Освободили его из плена виртуальной реальности. И теперь мы с ним будем возобновлять проект Чистота. Но как именно мы это будем делать, сейчас посмотрим. Нам нужно топать в лабораторию. Где у нас лаборатория? Так, наверху, что ли? Ага. Я понял. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Лаборатория. Так, нам сюда. Привет, ищешь что-нибудь? Некоторые люди вечно так торопятся. Я говорил тебе, Мэдисон, у нас получится. И теперь нам надо вернуться в лабораторию проекта Чистота. Тамошний компьютер — наш лучший шанс на то, чтобы найти Гэг. Возможно. Но мы должны попытаться. Ведь правда, наш проект слишком важен для людей, чтобы остановиться сейчас из-за страха. Нам надо немедленно идти. Ты с нами? Вот это мой сын. Я так рад работать рядом с тобой, сынок. Привет. Я тоже рад. Я тут занимаюсь ремонтом. Скажи, если увидишь что-нибудь, что нужно починить. Так, ладно, ты топай. Привет. А мне сейчас нужно сбегать в магазин. Надо найти магазин. Доброе утро. Ага. А, это не то. Общинный зал тоже мне не надо. Мне нужен магазинчик. Я хочу закупиться по полной. Мост, рынок. Рынок. Так, ну сейчас я поставлю тут на паузу, быстренько закуплюсь. Сообщи, и мы продолжим наше приключение. Охраны, если увидишь что-то подозрительное. Эй, я не ищу неприятностей. Так, ну вот, в принципе, и все. Мы топаем куда-то там. Ну а куда именно, давайте посмотрим. Мемориал Джефферсона. Ну давайте с помощью быстрого перемещения это сделаем, так как вручную топать туда, где мы уже были, это немножечко глуповато. Так, где наши? Наши уже все здесь. Это хорошо. Это порядок. Это чистый порядок. Надеюсь, правильно пошел, и тут больше этих супермутантов не будет. Потому что в прошлый раз у нас с ними была очень неприятная встреча здесь. Так, ау. Папаня, ты тут? Даже ты пошел, а? Ищи тебя теперь по всему комплексу. Печаль, беда. Так,
Так, ну а тут у нас, разумеется, все завалено. Ну, допустим. Допустим. Так, а куда все-таки делся наш папаша? Смотри, а, куда вот идешь? Они все, блин. Пришли, наконец. Здрасте. Нам ничего не сделать, пока мы не попадем внутрь. Но никто из нас не боец. Я очень не хочу просить тебя рисковать жизнью. Но ты, кажется, умеешь за себя постоять. Тебе надо попасть внутрь и сделать так, чтобы доктору Ли и ее людям ничего там не угрожало. Внимательнее. Так я же вроде бы всех уничтожил. Ты в порядке? Там безопасно? Ладно. Быстрое сохранение. Ну ладно, раз небезопасно, то давайте потопаем, посмотрим, почему небезопасно. Так, и сейчас, я думаю, лучше всего на себя нацепить. Лучше всего на себя нацепить вот эту махину. Потому что против этих крупных монстров эта пушка будет в самый раз. Ну а теперь давайте тут все обследуем, посмотрим, кого же мы еще не добили тут. Ай. Неожиданно. Это все или еще есть? Да, есть и еще. Игра окончена. Так, ну где вы уже наверху там? Или вы внизу? Я жив. Так, ну еще один тут есть. Давайте спустимся и уничтожим его. Это что такое было? Попал! Извини. Ну что, еще кто-то есть? Сука, мне еще тут надо побродить, чтобы убедиться, что никого нет. Сейчас это сделать нельзя. Жаль. Попался! Так, интересно, как я пойму, всех я убил или нет? А. Окей. Спасибо за подсказку. Так, ну, тогда пора отсюда сваливать.
Давайте сменим наше оружие. И теперь с хорошими новостями возвращаемся. Папаня, все ок. Можем топать. Ну что, не скучали? Тебе что-нибудь нужно? Ты в порядке? Там безопасно? Великолепно. Что ж, пойдем внутрь и за работу. Привет. Ну, топайте. Сопроводить ученых в комплекс проекта «Чистота». Как скажете. Да. Заходите. Ну, давайте, собственно, топать, куда вам надо. Эй, привет. Здрасте. А я буду вас прикрывать, хотя тут больше никого нет, но мало ли чё. О, какие вы быстрые, ё-моё. Мы так будем, наверное, всю серию топать, только туда, куда им надо. Ладно, терпение, терпение. Это NPC. Привет. Привет. А они у нас, ну вы знаете, какие. Привет. Так, там никто не потерялся. Но если потерялся, сам виноват. Слышь ты, мародер. Да? Да не так, а мне тут. Так, все топают сюда, да? Привет. А, вот куда нам надо было. Вечер добрый. Здрасте. Тебе что-нибудь нужно? Пока нет. Так, папаня, где он там застрял? Эй! Все в порядке? Пошли в зал управления, оценим размеры бедствия. Там и поговорим. Ну так топай. А ты чё? О, прекрасно. Слушай, я про тебя наслышан. И как по мне, тебе здесь не место. Так что не лезь под руку. Нормальное приветствие. В отличие от некоторых, я с доктором Ли прошел огонь и воду. Когда мы в конце концов сдались, я ушел последним. Теперь, вдруг откуда ни возьмись, объявляется твой папаша. А я должен все бросить и вернуться, чтобы собирать все снова по кусочкам. Сейчас, сейчас. Наплевать, что он сделал ручкой и пропал на 20 лет, оставив нас на бабах. Мы ведь не люди. Так, понятно. С тобой беседовать смысла нет. Иди нафиг. Если что, если все что, в порядке? Тебе... Да, все норм. Если что, я в тебе дырок понаделаю позже. Сегодня не в форме, да? Я нет. Ну давай топай, чё ты встал? Я что, подтолкнуть чешу? Ах, ладно. Привет, сын. Здрасте. Вот мы и здесь, где все началось. Ты помнишь мамину любимую цитату? Откровение 21.6. «Я есмь альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Разве ты не видишь? Вот что это значит. Вода, очиститель. Вот она, вода живая. Мечта твоей мамы. Не будем тратить время. За дело. У нас много работы. Как скажешь.
Проект был заброшен вскоре после твоего рождения. С тех пор многое пришло в негодность, а часть комплекса затопило. Тебе нужно добраться до насосной станции и включить насосы, чтобы мы откачали воду и могли добраться до суперкомпьютера. Когда пошла вода, автоматические двери закрылись, поэтому тебе придется идти к насосам по туннелям. О тебе рассказывают хорошие вещи. Это правда? Тебе действительно удалось обезвредить бомбу в Мегатоне? Я очень горжусь тобой, несмотря на то, что ты постоянно идешь на риск. Только прошу тебя, будь осторожнее. Это очень опасный мир. Гораздо опаснее, чем думают жители убежищ. Конечно, сынок. В чем дело? Я хотел для тебя безопасной жизни. Не выживания на богом забытых пустошах с мутантами. Я не мог тебе сказать, потому что тогда не смог бы уговорить тебя остаться. Очевидно, этот план был не таким удачным, как казалось. Ох, сынок. Если бы ты только знал, как много наш проект для нее значил. Она так верила в наше дело, так хотела увидеть его плоды. Она столько отдала для проекта, как и все мы, и я не хочу, чтобы все это пропало впустую. Я тоже рад, сын. Пусть у меня и были другие планы, я рад, что ты рядом со мной. Так, хорошо. И куда теперь от меня хотят, чтобы я попёр? Так, по-прежнему я должен быть здесь, да? Но это хоть как-то радует. Так, включить воду. Ладно. Попытаемся. О, прекрасно. Надеюсь, я топаю правильно. Так, и что же мне надо включить? И где оно находится? Так, 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 так. Ты молодец. С насосами теперь все в порядке. Беги обратно, и я дам тебе предохранитель. Все в порядке? Так, хорошо, взять у папы предохранители. А сразу ты мне их дать не мог? О, что за логика? Ну да ладно, раз от нас требуют, так, ну чё ж поделаешь, надо вернуться. Возвращаться, в принципе, не так уж и далеко. Так что не страшно. Переживем как-нибудь. Так, папаня, где ты? Итак, насосы работают, и некоторые из дверей открылись. Прогресс налицо. Проблема в том, что вода закоротила несколько предохранительных блоков. Вот возьми предохранители и поставь вместо перегоревших. Будь... Я понял. Мы уже с вами буквально недавно видели это место. Где находятся эти предохранители. Так что... Сейчас мы быстренько их заменим. И нам по-прежнему нужно топать в это же место. Ну. Так надо. Так надо. Так,
дверь не открывается, нет питания. Так. Предохранители, предохранители. Где же нам нужно было их заменять? Я уже не помню, не помню. Но знаю, что здесь. Ну, не в этой комнате именно, а вообще. Ладно, давайте еще вниз спустимся. Предохранители, где же вы тут были, а? Так, это не то. Установлены, ты сможешь подключиться к компьютеру. Не надо возвращаться в зал управления, просто иди прямо туда. Хорошо, запустить суперкомпьютер. Окей, сейчас запустим. Осталось его только найти. Так, только где он? Ну, я так понял, наверху, да? Наверху. Надо подняться наверх. Так, лестница, лестница, вот лестница. Так, ну что, теперь ты откроешься? Ну, наконец-то. Активация. Всего через несколько минут мы сможем запустить компьютер. Используй интерком, чтобы я мог объяснить тебе, что дальше. Здесь, в зале управления, нужно еще кое-что починить. Почему бы тебе не вернуться и не помочь мне? Хотя, постой. Есть еще одно важное дело. Дженнис говорит, что в одной из впускных труб образовался засор. Тебе как раз по пути. Вернись на музейный этаж и вызови меня по интеркому, когда придешь. Так. Удачи. Хорошо. Музейный этаж. Музейный, музейный. Магазин сувениров, бла-бла-бла. Так, музейный этаж. Так, стоп. Это я в их... Так, мне туда нужно топать или нет? Это вроде бы туда. Вроде бы топаем туда. Музейный этаж. Музейный этаж, музейный этаж. Тебя видеть. Так. Что именно от нас хотят? Я пока не понял. Музейный этаж. А я где, по-вашему? Походу я потерялся что-то. Ну вот, мне показывают топать сюда. Или мне надо вниз было идти все равно. Так. Походу я запутался. Хорошо. Сейчас, когда я решу эту проблему, продолжу. Так, я не знаю, правильно ли я пришел или нет. Но теперь вроде бы все должно заработать. Что за...
не знаю, кто они и чего они хотят. Прошу оставаться на своих местах, пока мы разберемся. Так, пора топать к нашим. Не дай бог там их поубивают. Ё-моё! Это шо за фак? Так, хорошо. Кто это к нам пришел такой? А ну иди сюда. Так, вы вообще кто? Народ. Плазменная винтовка. Ладно, возьмем. Солдат Анклава. Прикольно. Так, давайте сделаем быстрое сохранение. Надеюсь, я еще успею к своим. Именем президента этот комплекс переходит под контроль правительства Соединенных Штатов Америки. Руководителю предписывается немедленно выйти вперед и сдать все материалы, связанные с этим проектом. Это абсолютно невозможно. Это частный проект. Анклав не имеет здесь никакой власти. Прошу вас немедленно удалиться. Я правильно понимаю, что руководитель вы, сэр? Да, я отвечаю за этот проект. Тогда повторяю, сэр. Немедленно сдайте все материалы, связанные с очистителем. Извините, но... Далее вам предписывается оказать ученым Анклава содействие в приеме руководства установкой и ее эксплуатации. Полковник, вы полковник, да? Мне очень жаль, но установка не работает. Она никогда не работала. Боюсь, вы зря тратите время. Сэр, я повторяю последний раз. Немедленно передайте нам контроль над установкой. Полковник, уверяю вас, установка не будет работать. Мы так и не смогли повторить результаты лабораторных испытаний. Рекомендую немедленно повиноваться, сэр, чтобы не допустить новых инцидентов. Вы меня поняли? Да открывай. Да, я сделаю все, что вы хотите. Не нужно применять силу. Тогда немедленно сдайте все материалы, связанные с проектом, и немедленно окажите нам содействие в запуске установки. Хорошо. Дайте мне несколько минут, чтобы включить систему. Да откройте дверь, я убью его тут же. Я устал ждать. Еще чуть-чуть. Бегите! Да ты гонишь! Твою налево! Да открой же! Джеймс, его больше нет. Нам надо уходить. В следующий раз они придут за нами. Надо эвакуироваться немедленно!
Ему уже ничем не помочь. Там убийственная радиация. Ты только умрешь вместе с ним. Надо выбираться отсюда. И немедленно. Однажды, много лет назад, мы бежали через старый заброшенный туннель. Все наши знают, как найти его. Надо отправиться туда немедленно. Пошли. Ладно, пошли. Веди. Нужно бежать, пока мы еще можем. Эй! Не уходи далеко! Ты нам еще потребуешься! Этот туннель ведет в цитадель, крепость Братства Стали. Там мы будем в безопасности, если выживем. Мы под землей. Сюда очень давно никто не спускался. Есть вероятность, что мы не одни. Тебе понятно? Нельзя терять время. Надо двигаться. Ну, как скажешь. Что, потопали? Ну, чё вы стоите, алё? Что скажешь? Не уходи далеко. Я... Нам надо... Мы сразу... Всё, потопали. Сюда. Давайте, ребятки, шустрее. Там впереди запертая дверь. Я могу ее открыть, но это займет некоторое время. Ну так что за? А теперь одна из восстановляющих цитат. Так, надо подлечиться. Давай, открывай. Да шустрее ты, хакер, блин. Наконец-то. Все, ребятки, живо. Давай, 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 давайте, давайте, блин, не тупите. Слава богу, все позади. Так, тут радиация. Тихо, блин. Так, нам сюда. Фу. Что, все целы? Мы не можем идти дальше. Нам надо остановиться. У Гарза сердечный приступ. Ему нужно лекарство, или он не выживет. Я никуда не пойду, пока мы не купируем приступ. У меня с собой нет нужных лекарств, иначе проблемы бы не было. Если у тебя есть стимуляторы, я прошу тебя отдать их мне. Да, пожалуй, этого хватит. Когда мы доберемся до цитадели, ему потребуется врач. Но до туда он дойдет. Спасибо. Дай мне минутку, и мы пойдем дальше. Вот, Гарза, держи. Это тебе поможет. Когда мы доберемся до цитадели, ты будешь в полном порядке. Спасибо, доктор Ли. Мне уже лучше. Пойдемте, не будем терять время. Хорошо. Если ты готов, пойдем дальше.
все, идем. Знаю, что делаешь. Да, нам еще походу далеко надо топать. Отдыхай. Кто там следующий? Аптечка. Возьмем. На помощь! Слава богу, все позади. Ох, когда же мы уже дойдем до этой цитадели? Скоро. Медленно, но уверенно мы продвигаемся. Так, а что у нас тут? Я хоть не зря сюда пошел. Фак. Это что было? На помощь! На помощь! Зачем я сюда пошел? Так, подлечимся. Это блин, нифига себе мощный чел. Такая огромная махина его не взяла. Ладно. Так, если тут что-то было интересное, то напишите мне в комментариях. Если ничего нет, то нет. Так, а я потопал отсюда. Туда, куда нам надо на самом деле. Так, все живы? Ладно. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Там с ними разберутся. Все, поднимаемся. Ну вот как-то так. Здравия желаю. Здрасте. Да вы можете пошустрее. Я доктор Мэдисон Ли. Со мной люди, которые нуждаются в убежище. Немедленно разрешите нам проход. Прошу прощения, мэм. Гражданским доступ в цитадель без специального разрешения закрыт. Прошу вас удалиться. Лайонс, я знаю, ты там.
Я знаю, ты меня слышишь. А ну, открой дверь, сейчас же! Мастер убеждения. Так, ну вот мы и в цитадели, как я понял. Задание «Живая вода» завершено. И какое же следующее? По следам. Окей. Дал видеть тебя здесь, Мэдисон. Чем могу помочь? Мне не нужна твоя снисходительность, Лайнс. Мне было некуда больше идти. Помоги нам. Проект «Чистота» захвачен. Я слышал, что там произошло. Ты можешь что-нибудь добавить? Анклав. Они напали на проект «Чистота». Джеймс погиб. А может, и не он один. Не знаю. Сделай что-нибудь. Все, как мы и боялись. Мэдисон... Мне жаль, что все так получилось. Жаль, но мы ничего не можем сделать. Тогда сделай что-нибудь прямо сейчас. Они захватили очиститель. Лайнс, нельзя отдать его им. Это неправильно. Ну-ну, успокойся. Ты не хуже меня знаешь, что очиститель не работает. Он им не нужен. Может, пришло время просто уйти? Это неправда. Джеймс, он нашел то, чего нам не хватало. Мы знаем, как запустить установку. Вот как? Анклав знает об этом? Нет, не думаю. Не знаю. Я уже не понимаю, что происходит. Все в порядке, Мэдисон. Все будет хорошо. А это, как я понимаю, сын Джеймса. Фамильное сходство налицо. Да, он знает, что нам нужно. Компьютер, Волттек, что-нибудь с базой оборудования. Пожалуйста, помоги ему. Хорошо. Мы с этим и разберемся. Мне нужно отдохнуть. Прилечь или еще что-нибудь. Все это сразу слишком много. Ротшильд поможет тебе. Но не забывай, что он из братства. Я никогда им не доверяла. Осторожнее с тем, что ты им говоришь. Тебе что-нибудь нужно, друг? Я понял. Мне надо поговорить с тобой, отец. Конечно, Сара. О чем ты думаешь? Я говорила с другими бойцами Прайда. Отец, мы хотим напасть на очиститель. Сейчас же. Анклав должен заплатить за все. Разумеется, ты страж, но ты еще и моя дочь. И я не собираюсь впустую пожертвовать тобой в битве с врагом. Так, ну что, зрители и подписчики, давайте, я думаю, собственно, на этом мы и завершим данную серию. И продолжим уже... отбивать проект «Чистота» в следующем выпуске. А на сегодня все. Всем пока-пока.